S3, автодром Чайка, конфигурация мотосрезка. Лучшее время круга — Алексей Кульчицкий. Ты разгоняйся и запрыгивай. Это тебе. Поздравляю. Второе место. Класс S3. Кульчицкий Алексей. Ваши аплодисменты. Ну и первое место. Слабосильный Игорь, город Одесса. Первое место по итогу сезона РТР, класс S3. Обязательно коллективное фото, обязательно аплодисменты всем без исключения победителям. Сезон проходил хорошо, были, конечно, технические проблемы, которые мы по ходу устраняли. К сожалению, не получилось занять в этом году первое место. В принципе, я доволен, это был первый дебютный сезон для нас в таком формате, тайм-атак. Можно было лучше, будем стараться улучшить технические характеристики нашего автомобиля, улучшить себя в плане рулежки. Вот, конечно, большие планы в следующем году на сезон в Румынии, который мы планируем с поддержкой Валерия Сыроватского. Вот, и будем стараться даже в Европе показывать только первые места.